Приветствую вас. Слова девочки можно понимать так. Она знает, что нравится мужчинам. Она знает, что ведет себя, вот то, когда она естественно себя ведет, вызывает у мужчин влюбленность. Ну, собственно, так же, как у вас. То есть, по сути, вот то же, что у вас было. То есть, я имею в виду, речь идет о том, как вы себя позиционируете, да? То есть, если вы общаетесь с ней совершенно спокойно, общаетесь вы с ней совершенно нормально, общаетесь вы с ней совершенно, как бы, ну, естественно, она вам говорит, что я не хочу, чтобы ты в меня влюблялся. Что это значит? Ну, это значит, что девочка осознает, как сильно, насколько она влияет на мужчин. Вот на мужчин она влияет именно так, как вы себя чувствуете. То есть вы чувствуете, что вы не хотите быть ее другом. Вы чувствуете, что вам она нравится не как друг. И вот это именно то, чего девушка боится, это именно то, чего девушка не хочет, это именно то, что ей не нравится, это именно то, что ей не по душе. Но при этом она знает, что как бы мужчина все равно как ее воспринимает. Она понимает, что убежать от этого у нее не получится. При этом она отчаянно нуждается в друге. Это, я думаю, правда. И не хочет отношений. Почему не хочет отношений? Кстати, интересный момент. Почему она не хочет отношений? Отношений она не хочет, скорее всего, потому что один раз обожглась. Ну, то есть имеет негативный опыт этих самых отношений. И не хочет вновь этот опыт повторять. Ну, опять же, как бы там ни было, ее право. Ее право не повторять негативный опыт. А вот мой коллега написал вам о том, что она себя недооценивает. То есть у нее проблемы с самооценкой. Ну, не знаю, если честно, говорить о проблемах с самооценкой здесь я не уверен, что может. Потому что, может быть, там есть что-то связано с самооценкой, конечно же. Но, скорее всего, это просто нежелание... нежелание обжигаться вновь, как она обожглась. То есть какой-то парень ее, вероятно, обидел или унизил. И да, она считает, что отношения с ней есть, ну, собственно, головная боль. Есть, собственно, что-то негативное. И в этом вам ее не переубедить. То есть я понимаю, что вы, возможно, хотели бы это сделать, вы хотели бы ее переубедить, но, к сожалению, ситуация такова, что у вас вряд ли это получится на данный момент. А мы с девочкой, судя по всему, довольно упрямая и, в общем-то, категорично в своих суждениях. А это значит, что вам ее не переубедить никак. Далее.
Ага, что делать вам? Ну, если вы не хотите исчезать, то вряд ли можно сделать что-то еще, кроме как принять ее выбор, принять ее позицию. Если честно, я не думаю, что здесь можно как-то иначе поступить. Девочка сказала, что отношений не хочет. На данный момент эти отношения ее не интересуют совершенно. Так это или нет, неизвестно, но факт тот, что она от них старается абстрагироваться однозначно. А это значит, что вам нужно принять ее выбор. Вот как она хочет, так пусть и будет. Пока. Вы займите позицию так, чтобы она видела вас. Видела, что вы не собираетесь сразу там уходить от нее. Вот она вас так проверяет. Может быть, она хочет там, не знаю, посмотреть на вас, посмотреть на то, как вы воспримете это. Может быть, у нее это такой своеобразный акт проверки мужчин. Мы же не можем знать в данном-то случае наверняка, как обстоят дела. Но, тем не менее, ситуация заключается именно в этом, и вам необходимо этот момент учитывать. Ну, как минимум, этот момент вам необходимо учитывать. А если вам тяжело, то вы там, вы уже, как я понял, ревнуете ее, вы уже не можете видеть ее с другими и прочее. Ну, здесь вам можно порекомендовать только одно. Немножко успокоиться и как бы побольше подумать о себе. Потому что вот таким поведением вы рискуете ее от себя оттолкнуть и потерять. Она говорит, что ей нужен друг. Но постарайтесь дать ей то, что ей нужно. Уверен, она вам за это будет только благодарна, уверен, что она будет рада принять вашу дружбу, по крайней мере, на первое время. Ну а там дальше посмотрите. Либо за этим что-то скрывается, то есть если за этим скрывается, например, неуверенность в себе, то вы это увидите, вы это заметите, вы это почувствуете, сможете девушку постепенно своим поведением, спокойным, я бы сказал, как-то, ну, может быть, растопить, успокоить и так далее. Либо, если она действительно отношений не хочет, то у вас шансов достаточно мало. Если она действительно не хочет отношений, то никак не заставить вам ее быть с вами же. Но согласитесь, что это и было бы странно, если бы можно было заставить девочку быть с вами насильно. Поэтому вот ситуация именно такая. То есть, если вам она нравится, вы хотите с ней быть, не хотите исчезать, то постарайтесь занять ту позицию, которая ее интересует, которая ее сейчас устроила бы. Именно для того, чтобы, ну, дать ей понять, что вы готовы принять ее выбор и хотите, собственно говоря, быть с ней в любом случае. То есть вам не особо важно, в каком качестве. Я понимаю, что вам-то важно, в каком качестве вы это сами написали. Но девушке важно дать понять, в каком вы хотите видеть ее качестве. Девушке необходимо дать понять, что вы готовы ее принять любой. И осознав, что вы готовы принять ее любой, она расслабится, а расслабившись, проявит себя. И вот когда она себя проявит, вам будет как раз на что опереться. Вам будет на что опереться в своем решении, что делать дальше.
А пока это просто предположение из области того, что будет, если там и так далее. Ну, вы же понимаете, что это гадание просто. Ни к чему хорошему это гадание не приведет совершенно. По крайней мере, так думаю и я. Решать, конечно, вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные оставят, буду рад вам помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.